Начало нашего тура. Ташкент. Ариен Пелас. Станция метро. Имена космонавтов. Начиная с Гагарина. Не нужно никаких украшать. Но без каких-то декоративных элементов плавает архитектура очень скучная. Конечно, это первый узбекский космонавт, который летал в космос еще в сейчас, у меня пока 12 веке. Процесс соединения с природой. Как в Сингапуре. Шикарное старинное дерево. Это не кнопка, не волнуйся. На нем изображение солнца. Все двери здесь 1974 года. Их вырезал один из последних мастеров от старых, который в 70-е годы был жив и занимался резьбой. Так, друзья, теперь вы можете пойти посидеть на диване у традиционном. Решетка Панжара. Выставочный зал Академии художеств. Это выставочный зал Академии. Картина называется «Равновесие». Оникс. Рождение дракона. Ну, пойдем. Не, бесплатно. Когда я здесь, все бесплатно. Наш местный художник. Музей. Памятник Амир Тимуру. Магнолия цветет. Дом Николая Константиновича Романова. Запрошу в интернете. Центр плова. Традиционный плов, свадебный, с конской колбасой, перепелиными яйцами. Есть салфетки. А чук-чук, салат. И компотик. Одну вот эту штуку. Вот как готовят плов. Все кипит, варится. Чаша. А вот еще больше чаша. Процесс к чистке.
просим ингредиенты. Мы все расшифровали, с вами зеленый стол. Купить дом и построить зал приема гостей. К нему на службу поступает местный секретарь Андреев, который знал 12 языков, и созывает самых знаменитых мастеров того времени со всего Узбекистана. Покрашены нити на станке, их натягивают, и в итоге педали не регулируют, и регулируя, челнок пробегает, и при выходе выходит ткань. Посвящен вышивке Сюзанны. Сюзанны от персидского переводится как шерстяное. Буквально каждое полотно вышито вручную. А женщины по тибетейке могли определить, откуда он и она родом. Та самая паранджа, да? Да, все есть. Если что, было вот тут. Да, где все. А цвет. У кочевников что? Богатый сход. По ковровой технологии также были такие хурджуны, смотрите, мешки. Где кочевые племена завоевывали оседлые, оседлые перенимали все традиции обычаи. Было. Нас обделили, море. На самом деле это мы так шутим, на самом деле у нас глобальная проблема, трагедия высыхания Аральского моря. В истории Ташкента как говорят: до землетрясения, после землетрясения. Под Ташкентом на глубине 6 километров находятся две кристаллические плиты, которые все время двигаются. Деревянные панели. Ну и каждый область отличался своей, но сейчас мы не носим, мы носим долго, да? И носим были мужские. Даже вышивка занимается мужчиной. Потом, когда увидели, что женщины воспитали детей, имея чем заняться, отдали ребёсла в женские руки. Использовали пилоты. Белый цвет пилот, нить, из чеканки по металлу. Металл был золото, серебро, а потом лазурь сплаивают, бронзы и так далее. Да? И подносы везде, это была чеканка по металлу. Внимание, слоновая кость, видите, вот здесь видим. Горный баран. Местные сувениры. Рынок. Ну, умираемся. То есть стенка сатыра. Сейчас там проведем газ, а раньше использовали ветки. Проходите по брови. Только не мешайся и все. Да. Некоторые участвуют в процессе, кстати, по изъятию лепешки, если хотите. Это кажется легко у нас. Я ради лепешки. Братан. Нюхаем. Да. Горный чай самаркандский, да? О, какой интересный. Вообще хороший. Да, 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 очень классно. 100 грамм 15. Это как в Казахстане, да, тоже? Да, 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 у нас все. Это капусточка. Кини. Вау. Красота. Очень диетическое блюдо. Мы говорим, мечта вегетарианцев. Да,
Малинка, малинка, малинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Что у тебя? Вишня, клубника, корейского происхождения. Вот я всегда есть ворон. Вот вишня. У меня, знаешь... Как птичьи улей, посмотрите. Центральный рынок. Девочка, а он отсюда, да? Все предпочтения ложили к нему повышать, все вот понимают, что это истинно, ну, коренной Ташкент. Моя жизнь. Вам позвоните, мы все не сказанавились, да. Башня. Часы Баракхана, помните учебное заведение? После эпохи Амира Тимура сюда... И тут будут проходить съемки фильма про Амира Тимура. Это место, где будут съемки проходить исторического фильма. Давайте, раз до мечети не... Там вообще спальница была, первая, Суиджихана, правитель 19 века, и там михрабная ниша. Ну, сейчас... Стоп? Да. Все? Все. Куш, келдик, рамазон. Что бы это значило? Хорошая вам рамазан. Сандаловое дерево. Ресторан Сим Сим. Там встречают нас. Дископати. Ну когда с родничего потом? Нет, не это другая папа. Другая. Но это черная шея. Это местный супчик, называется мастава. Они обедают и ужинают. Вот такой интересный кровать. Смотри, зарядочка даже есть. Мини-пещерка. Наподобие рисунков. Сильно расходится, вот статью, которую я читал, а там написано, это первое тысячелетие до нашей эры. Петроглифы, возраст 100-40 тысяч лет до нашей эры. Это один из последних. А, вот, смотрите, еще один козел. Еще есть. Козел у него...
Вот здесь красиво. Снеговик. Снега. Группа, с тебетеечкой. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дорогие дороги. Нам любые дорогие дороги. I she had to go, I don't know, she wouldn't say. Now I need a place to hide away. Как он нам бабашу крутит? С Ксюшей поехали. Она не знала. Прикольно. Ух, а здесь круто. Виды, конечно, шикарные. 1650 метров где-то. Высота. Высота 2290. Шикарный вид, 2290 метров. Узбекистан. 89-я страна. Бакевич, да, конечно, очень крупный. О, ну что, запускаем. И погрязло все. Так жарко, что пришлось раздеться полностью до майки. Тут можно и без майки. Наверное, градусов 15, может быть, больше. Так что вот так. И оно прямо вот улыбается, у нее 6 на 9 улыбки. Я думаю, вы будете петь. Да. Я спою, сейчас спою. А какую песню? Блин, сверху еще, короче. Дети непонятно, представляешь? Стоят, нельзя стоять. Эти тут танцевали вообще. Да. И вместе с ним спускаемся. А, сноуборд. Спускаемся с ним вместе. Кто быстрее? Он быстрее. Чуть-чуть обгоняет. Песню Денис прям в тему. Да, супер. Да, мы что-то поели. Мы наелись. Ну, мы сейчас... Писал баранью ногу. А я филе миньон. Такой вкусный. Не скрываю. Да, так мы тут отдыхаем. Шикарно. Такой у нас комфортабельный узбекский поезд.